Уже сегодня в стране необходимо запускать программу восстановления экономики и посткризисного развития. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил Ельбасы. По словам Нурсултана Назарбаева, последствия коронавируса могут спровоцировать глобальные угрозы. Он отметил, аналитики уже прогнозируют самый глубокий спад промышленного производства со времен Второй мировой войны. И чтобы пережить эту депрессию, Казахстану необходимо переформатировать систему госуправления. Идет обустройство нового мира, и Казахстану необходимо занять в этом свое место. Многие правительства, бизнес-структуры уже просчитывают посткризисные стратегии. Конкуренция за будущее уже начинается на этом этапе. Не случайно тратятся в мире рекордные в истории суммы на поддержку экономики. Все понимают, что посткризисный период станет переломным. И никто не хочет оказаться в роли отстающего в этом соревновании. Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул, в стране уже принят необходимый комплекс антикризисных мер. За их эффективное исполнение будет строгий спрос членов правительства и акимов. При этом Ельбасы наказал беречь каждый тенге, который выделяют для поддержки каждого казахстанца и бизнеса. Он отметил, что выбраться из кризиса стране помогут средства нацфонда, однако эти деньги необходимо тратить бережно и рационально. Мы накопили значительный объем средств в национальном фонде. Он сейчас спасает страну в период кризиса и спасает не в первый раз. Но этот фонд не беспредельный. Надо его использовать экономно и в крайних случаях. Все это позволит нам выстоять в самый трудный период.